Azərbaycanla Rusiya arasında münasibətlər çox müsbət dinamikaya malikdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiya Federasiyası Federal Məclisinin Dövlət Dumasının sədri Vyacheslav Volodinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən deyib ki, parlamentlər arası əlaqələr sürətlə inkişaf edib. Bu ölkələrimiz arasında dövlətlər arası münasibətlərin çox mühüm amilidir. Dövlət başçısı əlavə edib ki, münasibətlərin gündəliyi kifayət qədər genişdir. Praktiki olaraq bütün sahələri əhatə edir. Həm siyasi, həm iqtisadi, həm nəqliyyat, energetika və humanitar sahələrdə bütün göstəricilər göz qabağındadır. Biz həqiqətən yaxşı dinamika görürük, Azərbaycan Prezidenti vurgulayıb. Главная нацеленность на результат, что все, о чем мы договариваемся, все реализуется. В торгово-экономической сфере, в сфере информационной, коммуникационной, транспортной и других 8 дорожных карт, которые были согласованы и реализуются по каждому направлению, есть четкий график выполнения задач и контроль за исполнением. Поэтому тут мы можем только констатировать позитивные результаты. Опять же, результаты, которые созданы общими усилиями и которые имеют важное значение для наших стран и, думаю, что для региона в целом. Ну и, конечно же, вопросы региональной безопасности всегда на повестке дня наших отношений. Мы об этом говорили во время недавней встречи президента России в Самарканде. И, конечно же, мир в нашем регионе необходим для всех стран, всех народов. И наша повестка, она достаточно однозначная. Мы ее неоднократно артикулировали, что мы сторонники долгосрочного устойчивого мира, решения всех проблем с соседями и выхода из тяжелой ситуации, которая... Регион находился на протяжении 30 лет.